Все, заработали мы кучу прохождений. И я хочу открыть вот этот супертанк. Давайте попробуем. Значит, что у нас здесь? Можно выбрать любой танк. Так, кнут. Кнут нехороший, легион. Давайте выберем легиона. Почему бы и нет? За легиона попробуем поиграть. Так, ну у него вот эти вот ракетки не особо. Ну ладно, сейчас посмотрим. В принципе, неплохо стреляет. Пониже так сделаем здесь. Ждем. Ждем. Оп, все, стреляем. А что у тебя такие слабые эти ракеты? Ё-моё, он даже этих малышей не пробивает. Вот это я выбрал танк, а. Да, ребята. Слабенький. Надо было вот этим и играть дальше. Первым. Как-то прям вообще... Я разочарован этим танком вообще, ребята. Хотя, может быть, надо правильно играть. Тогда все получится. Ну уже смотри, сколько здоровья отняли. За ни за что. На, получай. Встал тоже здесь. Так, одну волну прошли. Сейчас посмотрим. Вторую теперь пройти надо. Повыше сделаем. Они особо-то не летят. Ну давай вот тут максимально. О, максимально высоко и не надо. Потому что танки уже приехали. Они едут очень быстро. Они ждать не хотят. Они хотят играть. Вы хотите играться, да? Танки хотят играться. Ладно, давайте поиграемся. Кто кого? Так, мне хотя бы вторую волну пройти. Где там еще танки? Где? Не вижу никого. А, титанчики идут. Все. Сейчас будем титана фигарить. Да ё-моё, давайте отъезжать. Отъезжать немножко. Да, получается, смотри, мы отъехали. Они нас попасть не могут. А мы в них попадаем. Чуть-чуть будем отъезжать. Все, третья волна, ребята, официально. Ага, официальненько, третья волна пошла. Так, а чё, ракетница против ракетницы, да? Ну ладно. Хорошо. Будем потихонечку отъезжать. Ой-о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 й. Тихо-тихо-тихо. С ума посходили, что ли? Давайте повыше. Ну, удары, видишь, как наносится слабо. Ладно, кого-нибудь да уничтожим. Будем стрелять сейчас. Да, чё уж говорить-то, две волны прошли всего лишь. О чём можно было говорить? Ох, надо еще немножечко пройти, ребята, чтобы нам выиграть. А, давайте. Так, будь боссом и отрази волны врагов. Награды за окончание события. Первое место 250 алмазов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, давайте, значит. А какое первое место там? Алло. А, вон какой-то Евген, 935. А, игрок дня, Евген. Офигеть, нифига Евген, какой молодец. Ну, а мы попробуем еще раз сразиться. Только выберем, ребята, другой танк. У нас еще кнут есть. Почему у нас бомбардиры не работают? Лазерная пасть вообще классная. Офигеть. А дорого стоит. А выберем удар грома. Все, все свои бриллианты я потратил. Абсолютно все. Поехали. Так, а что мне они едет? А, все, поехали, все едет. Все, теперь стал ехать. Нам нужно максимальное количество волн пройти, чтобы нам получить сундук этот. Ё-моё! Все алмазы я свои потратил, а? Так, попадание есть? Отлично. Ну, две волны там мы, ребята, проходим нормально.
Видишь, вот смотри, с первого удара идет. А до этого у меня что за танк был волшебный? Вот это самый крутой танк. Вот это я понимаю, у него удары. Нету никого? Почему? Где танки все? Мы разве прошли первую волну? А, нет. Блин, как только я подъезжаю, они начинают ехать. Вообще, как так? Все нормально? Я считаю, что это ненормально. Да ё-моё, на! Стрельнул меня, а? Гад. Так, первая волна завершена, хорошо. Теперь у нас вторая волна. Здесь теперь будем стоять. Сейчас тоже такие жирненькие танки пойдут. О, попадание. А, ё-моё, уже пошли фениксы. Сейчас все мощнее и мощнее, ребята, танки идут. Все злее и злее. Чтоб я не выиграл, а? На! Почему такие... Так все сложно, а? Почему они все такие непробивные танки? На! Есть! Мне хотя бы две волны пройти уже. Я уже о третьей волне не мечтаю. Хотя бы две волны. Есть. Фениксы идут, да? Продолжают идти. А, нет, смотри, уже не фениксы. Уже титаны пошли. На. 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 Может быть... Ну, титанов-то я должен же уничтожить, а? Тихо. Тихо. Еще один удар. Есть, готов. Третья волна пошла. Так, третья волна у нас пулеметчики там, наверное, какие-нибудь. Ну, что-то нехорошее будет, ребята. Это 100%. Да, пулеметчики пошли, гады, а. Ой-о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 й, смотри, как меня отбросило. Как меня отбросило. На. А, сейчас уничтожат. Нам нужно получать вот эти вот монетки рекордные. Я так понял. Чтобы нам продвигаться. Давай-давай-давай-давай-давай. Ё-моё, смотри, я даже не могу комментировать, потому что такой ужас стоит, вообще жесть. Может быть, мы их уничтожим, но это не точно, конечно. Ну, попробуем. У меня-то танк неплохой, с одной стороны. Все, осталось-то тут два танка. Да, четвертая волна, ребята. Все, уничтожили мы, наконец-то. Этих монстров. Монстров. Кто у нас? А-а-а, пулеметчики, гады, 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 гады. Они такие, достаточно такие сильные. На, на. Ладно, сейчас здесь встанем. Попробуем здесь. Ё-моё. Все уничтожено. Все уничтожено, ребята. Три волны защитили. Что, ребята, давайте против двоих. А я беру, как всегда, титан. Так, титан и малыш. О, пулеметик какой у нас хороший. Ой, это хорошо. Это хорошо. Так, давайте здесь встанем. Мне надо какое-нибудь место хорошее выбрать. Ух ты, моего уничтожили танка. Да ёлки-палки, как так? Смотри. У них много было оружия летающего. Не верится, что нас уничтожили. Ну давайте, ладно, один против одного. Ух ты! Какой интересный танк. Ладненько. Давайте мы его сейчас подождем здесь. Так, сейчас я его щелкну. Опа, есть! Есть удар. Ой, молнии, молнии фигачат, ребята. Давай, давай, быстрее, стреляй, стреляй, дружок. О-о-о, убежал. Есть, еще один удар. Уничтожили мы, ребята, его. Ха-ха-ха. Он решил подлечиться, но у него не вышло. Давайте откроем сундук, посмотрим, что там. Опа! Джокер, мы подняли Джокера. Это хорошо. Давайте вдвоем с кем-нибудь поиграем. Так, Феникс и Титан.
А у меня... Джокер маленький, да? Маленький Джокер. Ладно, я здесь буду стоять. Либо Экин. Давай, пойдем туда. В бой. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. На. Так, он включает защиту. Есть, уничтожили одного. Теперь этого главное, Феникса уничтожить. Все, щелкнули мы. Круто, 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 ребята.